Здравствуйте. Я бы хотела поделиться своей историей двухнедельного практически отсутствия. По сложившимся обстоятельствам я не могла никак связаться с Давидом, о чем очень сильно переживала. Нам пришлось помотаться по стране, по городам, пришлось и полежать в больнице. И поменять садик за это время, то есть помещение само одно закрылось, второе открылось. Люди-то не поменялись, но, в общем, немножко тяжелый такой период у нас в эти 2 недели случился. И самое интересное, что какие-то положительные моменты, которые постоянно я наблюдала раньше, они не закончились, то есть они продолжаются. И даже в связи с тем, что мы не общались с Давидом, я замечаю постоянный, такой маленький, но постоянный прогресс. В любом случае ребенок шагает вперед, и ребенок так иногда даже удивляет. Недавно у нас были гости, и там спрашивали: а это кто? Он смотрит: мама. А это кто? Папа. Но эти вопросы мы задаем по 1000 раз, мы учим, как на них отвечать. Я знаю, что он знает на них ответ, и он в любом случае, зная этот вопрос, он ответит, так или иначе ответит на него, потому как он это выучил. Но самое интересное, когда подошли к нему и спросили, ну так пальчиком: а это кто? Он так на меня посмотрел, на этот палец, и говорит: я. Вот тут мы, конечно, все чуть не упали. Вот. Есть, конечно, большая проблема у нас остается с горшком. Очень сильная проблема. Никак он, никак, никак. Просто не просится. Знает, где туалет. Самое интересное, что да, вот, кстати, знает, где туалет, и он знает, что туда надо писать. Он говорит: писать. Я говорю: да, писать, садись. Не. Ну вот, проблема с горшком существует. А что еще интересного? Начал играть, пользоваться речью в играх с сестричкой. То есть он ее зовет, если она, например, он забежит на кухню, ждет, когда она прибежит. А она долго не появляется, там из поворота, из коридора. Он уже ее кричит по имени, уже, чтобы она бежала. Есть такие какие-то сдвиги, которые даже я не могу, даже не могу объяснить. Но, к примеру, вот пришел, между прочим, из этого тоже нового садика, то он никак не мог привыкнуть, плакал все время. В общем, его жалко было. Тут у нас такое было. То мы его забирали после обеда. В общем, то он, ну, никак туда не шел. А тут, видимо, уже немножечко адаптировался, приходит и мне начинает напевать песенку. Я понимаю, что я-то ее не знаю, эту песенку, но они ее поют в садике. Вот, то есть, ну, как бы интересный вообще момент, потому как он, ну, чтобы что-то выучить, это очень, надо очень, очень, очень долго с ним чего-то учить и повторять по 1050 раз. Начал, кстати, заниматься с логопедом, он самостоятельный, и логопед очень хорошо, очень хвалит его, очень хорошую положительную динамику показывает наш ребенок. Поэтому мы, ну, очень мы довольны, конечно. И просто призываем всех, даже если у вас нет какой-то там возможности, не прерывайте общение с Давидом. В любом случае ребенок прогрессирует. Но мы это видим. Мы это видим, и я думала, что вот прервались у нас так надолго, еще прервались у нас эти сеансы, наверное, у нас уже как-то сейчас будем что-то там наблюдать. Были и нервные моменты, конечно, этого не отнять, но в любом случае ребенок идет вперед, он шагает вперед. И я бы хотела обратиться к мамам, чтобы не, даже если нет какой-то возможности, все равно ищите ее, пусть через время, в любом случае связывайтесь с этим человеком, он очень сильно помогает. Спасибо, я уже созвонюсь, наконец-то. Спасибо большое за работу Давиду, огромное спасибо этому человеку, спасибо.